8 октября у выдающегося русского артиста Леонида Куравлева 83-й день рождения. По каким принципам он жил и живет сейчас? Режиссеры питали меня своим талантом, делали всякий раз талантливей, потому что вкладывали в меня свой гений. И, конечно же, мои партнеры. С кем я только не снимался, с великими актерами. Перечислять их можно долго и долго. Высоцкий, Санаев, Яковлев, Чурикова. Много, очень много. Я им тоже благодарен. Я удовлетворен тем, что сделал в кино. Я счастливый человек в своей профессии. У меня нет сложившегося амплуа. Каждая роль по-своему хороша, и даже то, что зритель иной раз готов броситься с кулаками на экран, тоже актерская удача. Человек запрограммирован быть хорошим. И если ты делаешь зло кому-то, живешь, как паразит, то в итоге за это расплачиваешься. Ты можешь сделать гадость кому-то и постараешься об этом не думать. А в теле все сохранится, Россия, как христианская страна, очень крепко стоит на ногах. Бывает, слышу, человек рассказывает, что зашел в тупик, не видит просвета в жизни. Я сразу понимаю, значит, давно не был в церкви, не читал Евангелий. В Библии ведь все написано, все сказано. Но, к сожалению, к пониманию этого многие люди приходят только с годами. Мы, христиане, мы любим мир, пусть они там на Западе это усвоят, наконец-то русская доброта иностранцам непонятна. Они на самом деле не понимают, как можно отдать последнюю рубаху еще более нуждающемуся. Надо помогать родной стране, родному городу. Как? Отдачу своему делу. Быть добрым, быть активным, это все будет работать на нас и нашу землю. К сожалению, сейчас модно ругать прошлое время. Это очень прискорбно. Получается по-предательски. Олигархи какие-то, а народ ватник какой-то. Почему? Я очень-очень люблю то время, я его не предаю. Была молодость, влюблялся, учился, очень хорошо женился. Снимались замечательные картины. Это был ренессанс кинематографа. Где сейчас все это, я легкий человек. Я не пессимист. Мои герои – жизнерадостные люди, я жизнерадостен. Только два человека были для меня главными на земле – моя жена Ниночка и Шукшин. От них шла какая-то одухотворенность.